Мода, она не просто все время меняется, она постоянно заставляет нас преодолевать стереотипы, отказываться от того, к чему мы, казалось бы, только что привыкли. Но делать это просто необходимо. Только так можно оставаться современным, интересным и конкурентоспособным. А разобраться с модными трендами, со всеми возможными дисгармониями и провокациями, найти индивидуальное решение всегда помогут специалисты. Можно попробовать сыграть на разности в фактурах ткани или принтах. Например, клетка с клеткой, они могут быть одинаковы в тональности, но, возможно, разные по размеру. Или при одинаковом же цвете ткани у нас может быть совершенно разная фактура верха и низа. Несколько сезонов назад элементы спорта в деловом и вечернем гардеробе считались ультрамодными. Сегодня лампасы, молнии и кулиски не ассоциируются только лишь со спортом. Брюки с лампасами очень хорошо вписываются в самый обычный классический повседневный гардероб. У нас всегда есть на помощь белая рубашка, есть футболки и жакеты, которые очень интересно соединяются с брюками. Спортивная тема, она с нами надолго, и поэтому уже в разных сферах жизни и в разных коллекциях вы можете это видеть довольно часто. Смело используйте ваши повседневные тоже гардеробы. Это придаст и легкости какой-то, и современности. Еще одна примета сегодняшней моды – это спортивная обувь, которая также сочетается буквально со всем, в том числе и с платьями. Следует платье выбрать все-таки какое-то лаконичное. И тогда, в общем-то, любую обувь вы сможете вписывать и менять настроение вашего образа. Мерить, смотреть, пробовать, экспериментировать, а главное, ничего не отрицать. Только так можно разобраться в тенденциях моды. Кстати, дизайнеры, маркетологи и стилисты давно не делят коллекции на молодежные и для зрелых людей, предлагая формировать свой гардероб, исходя из образа жизни и индивидуальных предпочтений.